На внеочередном 81-м заседании Совета депутатов Щелковского района его участники согласились с инициативой об объединении территорий городских поселений Загорянский, Монино, Фряново, Щелково и сельских поселений Гребневское, Медвежьеозерское, Огневское и Трубинское в единый городской округ Щелково. Решение было принято подавляющим большинством голосов. Голосованию предшествовали работа депутатской комиссии по местному самоуправлению и ее положительная рекомендация. Подготовка велась в соответствии с федеральным законом номер 131 об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации. Все это было сделано в рамках закона, были проведены публичные слушания. До нашего заседания совета мы получили решение всех советов депутатов поселений. Это 4 сельских и 4 городских поселения прислали нам свои решения. Были проведены публичные слушания во всех поселениях. Кроме этого, мы приняли проект законодательной инициативы, с которой выйдем в Московскую областную думу по формированию городского округа. Депутаты также приняли бюджет Щелковского района на будущий год. Особенностью финансового документа являются меньшие показатели его доходной и расходной частей по сравнению с нынешним годом в связи с передачей поселений Свердловский и Анискинское в городской округ Лосино-Петровский. Общая сумма доходной части запланирована в размере 6 миллиардов 174 миллиона рублей. Бюджет, как всегда, имеет социальную направленность, он сбалансирован, этот бюджет. И нужно отметить, что уже вот какой год мы входим с таким, знаете, хорошим бюджетом, который позволяет нам софинансировать строительство социальных объектов, который позволяет нам на достаточно хорошем уровне исполнять все полномочия, которые, согласно 131 закону, исполняет Щелковский муниципальный район. Кроме того, депутаты единогласно одобрили состояние и тенденции развития системы образования в нашем районе и вновь утвердили в должности председателя районной контрольно-счетной палаты Ольгу Шумилову. Сергей Дадыко, Сергей Максимов, телерадиокомпания «Щелково».